Пермская краевая организация в очередной раз выступает инициатором передовых форм новых. И вот такой круглый стол, когда будут присутствовать представители нашего профсоюза, других профсоюзов и с актуальной тематикой защиты прав и интересов членов профсоюза и работников. Но все-таки взгляд будет у нас многосторонний. Разные профсоюзы, разные уровни, в частности нашего профсоюза. И вот для меня лично это будет интересно, потому что в Центральном комитете отрабатывается что-то такое общее для всего профсоюза, а как это доходит до территориальных первичных организаций, как реализуется то, что намечается на съезде профсоюза, Центральным комитетом. Это очень интересно будет послушать, и я надеюсь, что итог будет положительный, а для меня лично поучительный в том плане, что взгляд будет не с девятого этажа, а пообщавшись с товарищем, я сумею как-то и свою работу модернизировать, конкретизировать на пользу общему делу, которому мы служим, то есть защите членов профсоюза и работников. Ну, во-первых, это мероприятие, честно говоря, оно давно ходило в наших умах. А самое главное, это собраться все вместе, проговорить о тех интересных, важных, наболевших проблемах в правовом аспекте, обменяться опытом, а поделиться теми проблемами, которые в каждом регионе и в целом по оборонно-промышленному комплексу. И самое главное, перебросить мостик взаимодействия членских организаций оборонки, не только нашего Пермского региона, но и наших промышленников, соседей. Почему сегодня здесь присутствуют представители других регионов, Тульской областной организации, Удмуртской республиканской организации оборонки? Потому что нам интересно, нам важно, как, где и что, какие перспективы, какое видение, а самое главное, я всегда считал и считаю, что вот этот стол, он должен стать тем первой ступенькой. И главное, вся вот эта правоохранительная работа, которая проводится по защите социально-трудовых прав членов профсоюза, это есть один из мощнейших элементов мотивационной работы. Вот один из тех немногих факторов, который позволяет нам развивать и совершенствовать мотивационную работу. А будет мотивация, будет членство, ну и будем жить. Спасибо. Вот так вот. Я считаю, мероприятие как минимум удалось, а максимум нужно продолжать данную традицию не только на уровне нескольких регионов, а на всероссийском уровне, собирать всех правовых инспекторов, председателей первичных профсоюзных организаций, крупных и территориальных организаций, и действительно выходить с этой проблемой, как сегодня прозвучало на данном круглом столе, и городские трехсторонние комиссии. Потому что действительно проблема есть, проблема и мотивации профсоюзного членства, и как один из ярких инструментов и сильных, это правозащитная работа, поэтому ее нужно продолжать, усиливать, и главная задача, чтобы в каждой крупной первичной профсоюзной организации и в каждой территориальной организации однозначно был свой профсоюзный адвокат, как сегодня назвали наших правовых инспекторов. Ну, в принципе, я считаю, что мероприятие прошло очень продуктивно, то есть получилось обсудить те именно проблемные точечные вопросы, как бы по нарушению прав членов профсоюза работников конкретной организации. То есть, да, и в принципе по результату, да, у меня сложилось такое впечатление, что информация по каждой организации, да, она как бы стала ясна по тем проблемам, да, которые есть вообще в профсоюзах, да, и в профсоюзных организациях, да, и на что следует обратить внимание, да, при дальнейшей работе, да, при дальнейшей проверке. Ну, я должен сказать, что мероприятие временно и очень важно. Правозащитная работа сегодня выходит в первый план. Потому что, ну, человек труда остается один на один сам с собой. И поэтому союз, последняя надежда, где
куда люди могут обратиться и получить определенную помощь. Я не говорю, что все решаемо, но помощь определенно должна быть, и она делается. Предприятие отличное, я считаю. По поводу выводов для себя сделала вывод такой, что такое предприятие, формат выступления очень короткий по времени. Мыслей много, вопросов много. По времени мы, конечно, не знаем задать желание просто организовать большой форум на эту тему в течение двух дней. Мы можем развиться и на группу, и пообсуждать со всех сторон вот эти все проблемы, которые здесь поднимались. Вот это, пожалуй, единственное, чего мне здесь не хватило. Но очень интересно услышать коллег, то, о чем я, собственно говоря, говорила в начале. Мои ожидания абсолютно оправдались. Думаю, что надо подумать над тем, чтобы проводить это более широко.